Уолл-стрит вложит десятки триллионов долларов в криптовалютную индустрию. Такое заявление сделал в своем твиттер-аккаунте соучредитель криптовалютного проекта Кардана Чарльз Хаскинсон. Что часто упускают СМИ, у которых словно заела пластинку о смерти криптовалют, так это то, что после очередной волны регуляции внезапно появился Уолл-стрит со всем своим инвестированным капиталом. А это триллионы долларов. Напомним, в середине мая криптовалютная площадка Coinbase выпустила новый пакет продуктов, предназначенных для привлечения институциональных инвесторов.